Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Позвольте вас поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Сейчас мы с вами увидим топ современных костюмов для наших детей, которые, конечно, будут отображать видение родителей современного образа своих детей, в том числе, в чем они воспитываются, потому что часто говорят, дети – это зеркало нашей души. Что мы увидим? Чем сегодня живет современный человек? Чем он жил вчера и к чему лучше ему стремиться? Смотрим. Можно с чем-то согласиться, с чем-то не согласиться. Если вы не согласны, напишите свои комментарии. Кому понравилось это видео, ставьте палец вверх. Нет, я и это могу принять. Палец вниз. Мне было бы ваше интересное мнение, как вы видите, на что вы стремитесь сегодня облачить своих детей. Я надеюсь, вам понравилось это видео. С вами был священник Константин Мальцев и православный YouTube-канал «Боголюб». Храни вас Господь!